so beautiful, and I tell her every day. Yeah, I know, when I compliment her, she won't believe me. And it's so sad to think that she don't see what I see. But every time she asks me, do I look okay, I say, when I see your дружище, провожаем тебя до Петербурга. Да, женюсь. Да ты ее даже знаешь. Да ладно. Да. Представляешь? Кто там? Кто там? А там? Мы здесь, на стеревок, а у вас кто? А у нас купец. А что он хочет, читайте, купец? Читайте, что там написано. Ой, а что вы хотите? Ну хотя бы апельсинку. Апельсинку? Апельсинок нету. Ну бананчика тогда. А бананчика? Ну что, ладно. Точно есть? Ну держите вам, ну, один давай, бананчик. Спасибо. Мало? Одного хватит. Одного хватит, хватит, да? Мне. Заходите. А что еще до бананчика? А до бананчика? Еще один бананчик. О, а еще что? Ну что, ну утро у вас будет веселое. Ой, спасибо. И вам. Ой, спасибо. Вот где-то мы заработали, а там же у вас молодой человек. Ой, дай вам отдадите. Ну отдайте нам, пожалуйста. Ой, спасибо. Что же это годно? Еще в подарочке. Ой, зачем пожаловали? За невестой. За невестой. А сегодня просто так вам и отдали. Конечно. Чтобы детям мороженое. Детям конфеты. Бабе. Бабе шампанское. Ой, спасибочка. Ну что, пропускаем? Быстрее, чем давай. Все, бросаем и играем. Мне вот это больше нравится. Давай. Ласковая, добрая, нежная, любимая, желанная, очаровательная, божественная, сногсшибательная, волшебная, милая, красивая, поражительная. Муся, золотце, комочек мой. Ряшечка, секс-бомба, сексопилочка. Мурчонок мой. Высоко и не разбиться, дать случайностям случиться, просчитать маршруты в лицах, побывать во всех столицах, дать возможностям открыться и вдохнуть мечты частицу, посмотреть, как сходит солнце сверху вниз за облаками и проверить. Огромного человеческого счастья. 12 января 2013 года в брак вступает Светлана Александровна Кирженко и Сергей Михайлович Левашов. В этом торжественном зале я прошу вас ответить, хорошо ли вы продумали решение стать супругами и искренно ли оно? Прошу ответить невесту. Да. Жениха? Я не могу ответить, нет. В народе говорят, на рушник ступить, навек с милым быть, и в радости, и в горе. Среди обычаев прекрасных мне вспомнить хочется один. Тот символ верности и счастья от юных лет и до седин. Ах, этот миг неповторимый, когда стучат, стучат взволнованно сердца. И не забыть, как мы дарили друг другу нежно, нежно, нежно два кольца. Обручальное кольцо. Дорогие Светлана, Сергей, примите.
Подпишите свидетельство о браке как первый документ вашей семьи, семьи отныне признанной государством. Обручальное кольцо, обручальное кольцо, обручальное кольцо. Как он всегда.